Добрый день, наши уважаемые покупатели. Магазин «Олимпия», город Екатеринбург, опять с вами. А мы получили итальянскую коллекцию. Это капсула, которая, в общем-то, идет у нас с Милановской выставки. Шикарнейшие изделия, шикарные цвета. И этих изделий будет немного. Это своего рода хендмейд, и капсулы, конечно же, ограничены. Вообще, я не знаю, как умудряется мастера, как умудряется сам модельер делать вот такие вот вещи. Посмотрите, да еще эти изделия двусторонние. Это, конечно, дорогого стоит. Вообще, эта фирма, она выставляется на всех подиумах мира. Опять же, повторюсь, это Корея, Германия, Америка. Ну, в общем-то, ну и, конечно же, как без Италии. Милан, капсульная коллекция. Длина изделия 1,25 м, 1,30 м. Это наша страна, НАСА. И выполнен в трендовом цвете. Это, конечно, фуксия. Шикарнейшая дубленка. Здесь уже овера нет, в отличие от разноцветного и тиграда. Здесь идет более спокойный, я бы сказала, прямой, наверное, не обуженный, а просто прямой силуэт. Карманы здесь есть, они вроде бы как утопают, прорезные, прямые, горизонтальные. И посмотрите, сама фишка пустые. Крутая дубленка, длина изделия 125-130 сантиметров, это зависит от размера, и стоимость изделия 138. Ну а еще, если сказать, что этот астронавт, он выполнен в двустороннем варианте, это, конечно, очень круто. Вообще, опять же, всем напоминаю, что только шкуры первого сорта, высшей категории, делаются на двусторонние дубленки. Шикарное сочетание цвета. С одной стороны, более потемнее, потому что покрытие сил. Ну и, конечно, посмотрите, как красиво играет фуксия цвет. Он не вымытый, он очень глубокий, яркий, и я думаю, что он подходит абсолютно всем. Английский воротник. Сильные карманы и, кстати, очень удобное лекало. Эта шкура идет Испания, шкура мериноса, мы с вами знакомы. Она очень хорошо держит тепло и очень-очень легкая. Хорошо драпируется, вот даже вы сейчас увидите, да, от таких цветов, конечно же, поднимается настроение. Кто хочет быть в тренде, кто хочет отличаться этой зимой, вся эта коллекция только для вас. Посмотрите, с какой легкостью я переворачиваю дубленку. Наши любимые астронавты. И посмотрите, какой шикарный цвет. Это просто супер. Одеваю ее на другую сторону. Стоимость изделия 138 тысяч рублей. Размерная сетка, я думаю, 44-го. Еще раз повторюсь. Ну, наверное, 54-й это максимум. Итак, вот таким вот образом она смотрится уже на другую сторону. Все это, конечно же, для вас. Здесь было принято решение уже поставить кнопки, потому что сама дубленка идет по стилю прямого пальто, так скажем, да. Английский воротник, который здесь опять к лицу. Шкура фуксия идет, она очень красивая, я думаю, опять же, любому типажу. Берцы мы здесь видим, кроссовки видим, сапоги видим, простите, кнопки. Хочу простегнуть. Кстати, фурнитура очень хорошая, не расстегивается, потому что на дубленках это очень важно, чтобы был плотный щелчок, чтобы она не расходилась и держала наши полочки. Хочу поднять воротничок и посмотрите, как стильно выглядит дубленка. Ну, а мы, как всегда, будем ждать ваши мерки. Это объем груди, бедер и ваш рост. Повторюсь, 138 тысяч. Прибавок никаких делать не надо. Ну, вот. Просто, знаете, беря это изделие, вот оно как масло. Шкурка очень мягкая, плотная и легкая. А это дорогого стоит. Ну и, конечно же, еще раз повторюсь, потому что сетки выбиваются очень быстро. Пожалуйста, резервируйте, шлите ваши мерки, объем груди, бедер и рост. А вообще, хочу напомнить, что самые лучшие дубленки, самые лучшие шубы – это новые коллекции, которые появляются весной и летом. Да? То есть это шьется все потихоньку, ну, несмотря на то, что это серьезная ручная работа, но и из самого лучшего зимнего сырья. 138 тысяч, а вообще у нас коллекции поступили. И вот такие тиграда. Видео обязательно будет. Шикарнейшие вещи, еще раз говорю, от них поднимается настроение. Вот такая вот коротышка у нас пришла, 99 тысяч. Но и, конечно же, как на мне, это НАСА. А еще для дам size plus, которые ждали светлое сырье, посмотрите, какая шикарная пришла разлетайка. Все это для вас. Новая капсульная коллекция, Милан, Италия. А у ее мечты есть имя Олимпия, и мы идем дальше.